Всем здравствуйте, мы на канале Аллегрия, и сегодня мы приехали к Ариане в гости. Меня зовут Женя. Я Ариана. Моя коллега. И мы сегодня приехали куда? Мы приехали в резиденцию Мархал Бич смотреть на продажу апартаменты. Так. Получается, мы находимся в городе Мария. Это провинция Аликанте. В 10 минутах от Ривьехи. Очень спокойное место. Мы находимся у подножья холма. И вамос аверла? Си. Си. И пойдем смотреть, где живет Ариана. Я предлагаю, прежде чем мы посмотрим объект недвижимости, да, чтобы ты нам рассказала про урбанизацию, в которой ты живешь. Сколько ты, да, здесь уже живешь? Мы здесь живем несколько месяцев. Сами мы очень довольны урбанизацией. В принципе, когда мы сюда приехали, я сразу поняла, что это то место, где я хочу жить. Так как территория очень зеленая, место само очень тихое. Как я и говорила, мы находимся у подножья холма. Здесь открываются очень красивые виды на город и на море. Мы видим рассвет. Так, все, выключай, закат. Выключай риэлтора. Ага. Потому что, да, да, мы все-таки рассказываем честный обзор на урбанизацию. Да, это прям от души. Прям от души. Я вообще, да, 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 очень довольна. Выключаем. Или я буду таким критиком сегодня, а ты, да, риэлтором. Давай так. Хотя мы оба риэлторы, я буду критиком. Хорошо. Я вижу, тут есть консьерж-сервис. Да, я хотела, чтобы ты обратил внимание, у нас здесь есть консьерж, который встречает, который ответственен за территорию. То есть он, который расстилает ковровую дорожку. Да, и именно так, да. Он следит за вот этой прекрасной территорией. Да, он, ты посмотри, человек, золотые руки. Золотые руки все у человека, делает. Все красиво. Очень я вижу, хочу, здесь есть обратил фонтан. Внимание. Фонтан, зеленая территория, беседки для отдыха, скамеечки. Здесь очень прекрасно проводить свой досуг. Класс. Мне нравится, что есть мостик. Мне нравится вот такое маленькое озеро, небольшие фонтаны в испанском стиле. Зелено, есть пальмы маленькие, большие. В принципе, да, мне нравится. Да. Скажи, какого, да, года постройки этот комплекс, эта урбанизация? Значит, вся эта красота была построена в 2010 году. Застройщик, известная испанская компания, которая славится тем, что строит очень качественно, с хорошими материалами. Вся внутренняя отделка также качественная и дорогая. Ну, в принципе, мы это все и видим. Я вижу еще один фонтан. Да. И мне что нравится, я вижу прямо в центре урбанизации большую крытую беседку. Беседку, да. Беседка – это супер. По этой дорожке, да, мы идем играть в падель. У нас есть на территории поле для падля. Да, падель-корт. Да. А мы посмотрим его? Конечно. А можем посмотреть? Вперед. А мы сейчас, смотри, так обрежем кадр, и мы сразу окажемся на поле для падла. Да? У нас оператор это умеет делать. А, давай попробуем? Все. Давай. Чик. Магия монтажа, и мы такие, оп, опа, и мы находимся на поле для падля. Вы здесь, да, играете с семьей? Да, мы здесь гоняем мячи. А сейчас будет еще одна монтажная склейка, и мы вернемся смотреть дальше в урбанизацию. Идем? Вперед. По левую сторону у нас есть детская площадка. Мы находимся в такой возвышенности, я смотрю и смотрю, да, на урбанизацию сверху. Да. Она многоуровневая. Детская площадка, лайк. А и зона, кстати, есть, где может еще погонять шары взрослое поколение. Да, Жень, а под беседкой у нас сюрприз. Сюрприз. Который я надо уже посещать 4 раза в неделю. Ну, видишь, я посещаю каждый день. Пивной зал. Зал. Мне нравится, что тут есть тренажерный зал. Что там еще есть внутри, помимо тренажеров? Внутри у нас есть большой бассейн с подогревом, которым, так, можно пользоваться круглый год, как и всем крытым пространством. Значит, бассейн, джакузи, банька.
Банька-парилка. Да, душевые кабины. Банька-парилка и горилка. Да. Вот, да. Правильно. Вот. Да, вот да. Этим всем можно пользоваться. Я задаюсь вопросом сразу же, смотря на эту всю красоту. Сколько вы платите ежемесячно за коммунидат? Он немножечко варьируется, но можно брать среднее 100 евро. 100 евро в месяц. То есть, да. Получается, 1200 евро в год примерно выходит коммунидат, и ты можешь пользоваться вот этим всем пространством бесплатно. Все верно. Ну как бесплатно? За 1200 евро. Да. А еще, Женя, тут у нас вот этот весь скрытый вариант, но, конечно же, есть и открытый бассейн, более глубокий для взрослых и для малышей. Да, более... Слушай, я сразу свое наблюдение скажу. Бассейн, мне нравится, как оформлена эта зона. Я вижу, что здесь есть зеленая трава, она настоящая, зона, не искусственная. Да. Пальмы. Пальм тут очень много, я бы сказал, такая пальмовая роща. Да. Ну и бассейн я вижу с перепадом, то есть небольшой фонтан, бассейн для деток. И давай спустимся, наверное, посмотрим большой бассейн. И проходим, я так вижу, мы на зону бассейна, она достаточно огромная, на мой первый взгляд. Бассейн, в принципе, тоже достаточно хороших размеров. Я хочу потрогать водичку. У нас сегодня 31 октября, Хэллоуин. Хэллоуин, Я хотел бы потрогать водичку. Ну, свежо. Вот, ты знаешь, очень хорошо, что теперь водичка свежая, так как с баньки вот сюда окунуться в бассейнчик... Прям перфекто. Самое оно. Бассейн мне нравится. Я думаю, тут много не надо задерживаться. Я уже посмотрел, в принципе, урбанизацию. Все красиво выглядит. Твое мнение, ты мне ее продала. Как риэлтор, ты мне ее продала. Урбанизация мне нравится. Мне нравится вид на горы. Мне нравится вид на море. Про вид на море, наверное, мы его увидим из квартиры. Я думаю, он там есть по-любому. Скажи, какую квартиру мы будем смотреть? Сколько она денег стоит? Так, значит, мы будем смотреть большую просторную квартиру. 116 квадратных метров. 3 спальни, 2 санузла. Красивая просторная терраса. Квартира находится на 4-м этаже. За сколько денег она будет продаваться? За сколько денег? Да. 520 тысяч евро. Ого-гошеньки! Хотелось бы мне сказать, но я уже хочу быстренько ее увидеть. Пойдем посмотреть? Вперед! Пошли смотреть. Скажи, пожалуйста, я смотрю, что, в принципе, на улице есть место, где припарковать автомобиль. Но если у меня дорогой автомобиль, есть ли у меня возможность иметь свое паркоместо в закрытом паркинге? Он тут есть? Есть. Есть. Паркинг входит в цену. И также входит в цену большая... Кладовая. Трасеро, как говорят в Испании. Большая кладовая, где можно хранить какие-то пляжные принадлежности, я так понимаю. Да. И машину я могу припарковать в закрытом паркинге. Да. Мы его покажем обязательно покажем на видео. Обязательно. А сейчас мы идем смотреть... Квартиру. Идем. Так, ну что, мы вышли из лифта, мы сразу попадаем в такую парадную, я бы это назвал. У нас 4-й этаж. Да, парадная на 2 квартиры, как мы видим. Что мне здесь нравится, Ариан, что здесь есть... Полезно можно воспользоваться. Да, есть обувные полочки, да, то есть это, я так понял, для этой квартиры. Здесь у нас есть обувная полка для наших апартаментов, которые мы будем смотреть, и это хорошее полезное пространство. И здесь у нас что? Да, здесь у нас двери и выход на лестницу. Давай зайдем в квартиру, посмотрим, что есть. Давай не будем далеко уходить и сразу рассказывать, что мы видим. С двери. Начнем с двери. Нас двойная дверь. Как я вижу, она сейфовая, правильно? Да, это бронированная сейфовая дверь. Дверь, кстати, добротная, тяжелая. И есть вторая такая, обычная деревянная дверь. Что здесь у нас? Здесь у нас, я так понимаю, это шкаф. Это шкаф? Да, его можно открыть. Опять же, здесь у нас склад для верхней одежды. Ну, сегодня такая погода, можно курточку, в принципе накинуть. Да. И есть система домофона и видеодомофона, видеонаблюдения. Ну, вход красивый. Приходят гости, и мы видим, кто пришел. Желанный или нежеланный гость. Да, можно ли открыть его... дверь или нет? Можно ли его запускать в эту квартиру? Ну что, идем дальше? Ну и мы попадаем в гостиную, в салон, как его называют в Испании. Что тебе бросается сразу первое, вот в глаза? Мне нравится, что гостиная зона поделена на 2 зоны.
и прям с вами соединяюсь. Неправильный ответ. Мне нравится сразу вид. Мне нравится сразу вид с маленького французского балкона. Кстати, мне тоже нравится. Да, вид тут просто потрясающий. То есть ты заходишь в квартиру. И такой сразу. Да, и у тебя сразу вот вид на море. Это прям круто. Это круто. Да. Но здесь я с тобой согласен. Мне нравится, как обыграна вот эта зона. Я так понимаю, это цельный деревянный массив, стол сделан, кожаные стулья. И видишь, вот этот шкаф при входе, который был с другой стороны. Обыгран, пол, да, полочками. Полочка. Это тоже удобно. И, слушай, мне нравится эта зона на 6 человек. В принципе, большая семья тут может разместиться. Зона отдыха. Зона отдыха. Поели плотненько. Плотненько поели. И пожалуйста, да, и приземляемся. Сели смотреть телевизор. Зона классная. У нас два кожаных дивана. Телевизор, конечно же, я бы купил новый. Я предлагаю дальше пойти в любимую зону. Твою. Зону хозяйскую. Твою, да. Твою. Ариан, ты любишь готовить? Я люблю готовить, но редко. Тебе нравится здесь? Да, мне нравится. Мне нравится, что с одной стороны мы готовим. Здесь сразу мы порядкуем посуду. Я вижу, что много полочек. Хорошая техника Bosch. У нас есть электрическая плита, электрическая поверхность варочная. Вытяжка тоже Bosch, смотрю. Это у нас микроволновая печь Bosch. Духовая печь тоже Bosch. Посудомойка. Есть ли у нас тут посудомойка? Давай посмотрим. Есть. И посудомойка у нас IS Electric. Кухня нравится? Нравится. И я очень люблю натуральный свет. И очень хорошо, что здесь также присутствует окошечко. Кстати, с натуральным проветриванием. Кстати, правильно? Да. Кстати, да. Окошко с проветриванием. И это очень круто на кухне. В принципе, тут светло, всего хватает. Ну и смотри-ка, да. Смотри-ка. У нас тут техническая зона. Да. Техническая зона тоже достаточно хороших размеров. Есть у нас, это сушильная машина. Да, сушильная. Есть стиральная. Есть у нас тоже куча полочек. Класс. Всего. Храним, где хранится химия. Да. Но окно, я смотрю, тут глухое, потому что у нас вот конструкция вот такая бетонная, поэтому окна здесь нет. Оно есть, но как бы вида из него никакого нет. Прекрасно. Идем смотреть дальше. Ну, идем смотреть. Давай сначала начнем. Я вижу тут небольшую дверцу. Да. Хочу ее открыть. Ты хочешь? Сюрприз. Да. Тайная дверь. Это похоже на комнату в Нарнии. Открываем, и здесь у нас что? Правильно. Здесь у нас электросчетовая. Так, и что мы имеем здесь по правой стороне? По правой стороне у нас ванная комната. Так. Довольно-таки просторная, да. Ванная, я думаю, 1.60 м какой хороший, с массажиком, все дела. Биде, унитаз, умывальник. И все, опять же, видишь, деревом оформлено, да, то есть да. Такой деревянный стиль. Дом 2010 года, но, в принципе, сохранился очень хорошо для этих годов. Есть у нас такой дневной свет, видишь, то есть окна у нас в ванной нет, она глухая, но есть дневной свет. Я думаю, это думаешь, рекуперация. Может быть, но да. Мне больше похоже на дневной свет. Идем дальше? Да. Так, тут у нас отделено уже на три зоны. Три спальни. Главную оставим на сладкое. Да, мне она очень нравится. А-ха-ха. Посмотрим. Давай первую спальню вот с этой стороны. Идем. Ну и заходим в спальню. Да. Спальня маленькая, честно. Ну, мне не хватает здесь пространства. Я бы сказала стандартная, но главное, что хорошая двухместная кровать с таким высоким хорошим матрасом. Да, да. Матрас тут, кстати, добротный. Я думаю, сантиметров так 25-30. Да. Хороший, добротный, встроенный шкаф, я так понимаю. Да. Там вещи хозяйские. Ну, обычный, стандартный встроенный шкаф. Ну, и большое окно. Посмотри, морюшка видно, город видно. Пошли дальше? Идем дальше смотреть. Ну что же, вторая спальня. Тут побольше. Тут побольше. Нету шкафа, да. Раньше эта комната была как кабинет, но когда начало приезжать много гостей, начали приезжать дети, решили сделать дополнительную спальню. Ну, кстати, вот да. Такое решение. Ну, можно как кабинет тоже обыграть. Да? Ну, да, в принципе, да. Тут шкаф поместится. Спокойно, можно поставить для вещей. Окно есть, и я вижу вид на море. Опять же, имеется, да? Если вот это моя спальня. Вот твоя спальня. Вот, слушай, вот это, вот я ложусь, и вот у меня вид на море есть. Вид на Гордомар, на старые дома 75-го года и на море. А самое главное, мы забыли рассказать, что во всей квартире есть система кондиционирования. В каждой комнате общая я. Да, теплый-холодный воздух. Теплый-холодный воздух. Это очень важный момент, мы его упустили. Идем в главную спальню.
Ну, и заходим в мечту, в главную спальню. Так, сразу, что у нас тут имеется? Я вижу большие створные двери, и я догадываюсь, что там находится большой гардероб. Ой, как хорошо. Ой, сколько места. Да, хватит для твоих платьев? Я думаю, да. И, слушай, ну тут спальня, как маленькая студия в Тарьехе за 85 тысяч евро. Ну да. У нас тут есть своя ванная комната. Своя ванная комната. Надо про нее рассказать. Да. Надо про нее рассказать. Она, кстати, в таком финском стиле сделана, видишь, с матовыми стеклами. Да. У нас есть душ, туалет, раковина, и опять все из дерева. Я смотрю, душ с массажиком. И тут у нас двуспальная кровать. Хорошая. Опять же, дерево, я вижу, массивное, мебель, да, хорошее, массивное. Дорого-богато. Ну, в принципе, здесь больше нечего рассказывать. Система кондиционирования. Ну, хотелось бы про вот это рассказать. Да. У нас есть еще свой балкон. В своей спальне у нас своя ванная комната и свой балкон. И угадать, что у нас есть с балкона, правильно? Вид на море. Вид на море. На этом закончим обзор спальных комнат. И я предлагаю переместиться на террасу. Там самое интересное будет. Там или нет? Самая вишенка на торте. Вишенку. Идем смотреть вишенку. Идем. Пошли. Ну и попадаем на террасу. На прекрасную, большую террасу. Ой, все, засияло. И терраса на самом деле большая. Около 12-14 квадратных метров. Терраса прекрасная. И самое главное здесь, конечно же, Виды. Но на Средиземное море. Терраса мне нравится, как обыграна, есть зона отдыха. Уютненько. Да? Я бы сказала уютненько. Я бы только здесь, в принципе, принимал всю пищу. Я бы вообще там не ел вообще ничего. Да. Зачем есть в квартире, если можно есть вот с таким видом? Да. Что это такое? Давай посмотрим. Пультики у нас отвечают. Ага, класс. То есть пульт у нас управления перголой. И пульт управления жалюзи. Жалюзи, да. Супер. То есть у нас дабл эффект, двойная защита. Давай подведем итоги. Что мы с тобой увидели? Мы прошлись по урбанизации, мы посмотрели, что тут есть вокруг, из чего состоит урбанизация, посмотрели сами апартаменты. Да. Скажи, какая цена этих апартаментов? И я скажу, вот мое мнение, стоят ли они этих денег. Да. Так, значит, я немножко напомню. Это у нас 116 квадратных метров, 3 спальни, 2 санузла, большая терраса и цена 520 тысяч евро. Ого-го, шеньки, сказал бы я, но скажу. Нет. Я считаю, что это справедливая цена за такие апартаменты. Имея вот то, что мы показали ранее, что у нас тут есть, и вот виды с каждого окна просто на море, это, я считаю, каждый вид на море это 10 тысяч. Вот с каждого окна это плюс 10. Квартира классная. Да. Я думаю, мы ее продадим хорошим людям. Мы только хорошим людям продаем. Ценителям вот этих видов и вот таких прекрасных апартаментов. Классный обзор получился. Поехали работать. Вперед!